Всем привет! Приехали к Наталье в гости. Так, еще я у нее не была. Я у нее была только... Ну, мы жили вместе в одних апартментах. А сейчас вот они в дом переехали. Если нам Наташа разрешит снимать дома. Сейчас спросим. Никита, разворот. Ты не туда пошел. Ой, я машину не закрыла, наверное. Вот они тут, получается, прям на углу живут. Угловой дом. Ну, фиалочки Наталья, наверное, посадила уже. Так, это точно ее дом. Мы приехали первый раз. Да, вроде машина ее. Вон я там иду. Давай, стучи. Стучи или звони, подымайся. Вот такой коврик. Welcome. Так что нас уже приглашают в дом. Давай, звони. Угу. Звони, звони. А что ты стесняешься? Ты звони, я буду говорить. Никита стесняется. Вон тут, где у них ящик спрятан. Ёлки. А, что-то там еще Наталья посадила. В горшочке. А может быть она это? А, нет, она дома. Давай. А я думала, ты уехала за Сашей. Что, спят? Я ж с камерой. Да он тут спит, да. Ну, тогда я его не буду брать. Быстренько съезди, хорошо? А, ну давай. Мы Саша уехала за Сашей, за старшим сыном. А мы вот сейчас тут побудем. Лялечку покараулим. И такой маленький, классный. Я его один раз только в магазине видела. Больше не виделись мы. Он когда родился? В феврале вроде родился. Сейчас вот май, да? Уже месяца три, наверное, ему. Ой, такой бутузик. Такая классная штучка. Она вот раскрывается. Закрывается. Классные всякие детские приспособления. Тут у Наташи сейчас покажу. Вот тоже. Музыкальные, наверное. А, да, это погремушки-то. Вот такие тоже есть. Качалочки, люльки. Вот это кресло для малыша, для машины. Тоже такая интересная люлька. Она что там, она накачается или просто ложить? Никита, ты куда пошел? А вот тут ну погоди идет. Хочешь, ну погоди, посмотри. Сейчас сидим, ждем хозяев. Одни остались. Да вот я привезла костюмчики. Такой костюмчик. Спать в нем. Но он ему еще большой. Он тут на сколько? На 9 месяцев. И вот такой тоже костюмчик. Это от Кейдена остался. Он вообще новый-новый. Вон с эмблемой. Потому что Кейден у нас такой очень полный мальчик. Ему, конечно, бы не подошел. Да, они такой не носят. А Наташа вот будет, может, там на собрание одевать ему. Света Наталья. Пришла к нам. Хозяйка. Красавица да. Наша. Наконец-то мы дождались Света. И она решила запечатлеть на память наш прекрасный да, ваш дом. Дом. Картина как-то у вас такая красивая вообще. Обжились малость. Это гавайская девушка. 6 месяцев, да. А сколько мы тут живем? Сентября. Это сколько месяцев? Вы с сентября живете уже? Да. Уже много. Февраль, март, апрель, май. Какой 6 месяцев? Мы живем уже 9. Уже 9. Да. Ой, штора у тебя такая красивая. Тюль. Штора я. Да. И Натальчик. Это мама ж тебе, да, с Киргизии привезла? Это уже она давно привезла. Только с Киргизии. Когда Настя родилась, она привезла, да.
Потому что говорят, в Америке нету, говорят, красивых тюлей. Ну, есть, ну, тут все. Есть, просто да. Дорого. Просто... И иногда не, и мало выбора может, наверное, так. Угу. Настенька. А это что за девочка маленькая такая? Ну, стесняется меня. Что ты кушаешь? Ой, ты, наверное, взяла грязную клубнику, да? Ты не вымыла же ее, да? Я же, а я может, не мыла. Папа ей помыл? А, ну, может быть. Тебя папа помыл? Это... Нет. А-а-а. Наталин дом. Ну, давай, веди нас. А, проходите туда. На спальню? Ой, тут у тебя, кажется, такое, да, это... Я чуть вниз не улетела. Ой, ну, да, такая красивая спальня. Вся, да, белая. Это у нас в стиле Элвис Пресли, нам сказали. Да? Угу. А, ну, это моя подруга одна так сказала. Пошла на танчик. Красиво. Кровать вот это самый большой размер. Кинг, да, Наташа? Кинг. Так, с той стороны зеркало-то. Детская кроватка. Вот эти вообще, я балдею от таких кроваток. Да, она вообще большая. Ее маленькую комнату тяжело сунуть. Из-за этого столика она кажется громадной. Большая, да. Ну, зато, видишь, классно тут вот это для перелом. И сразу ящики, тут все удобно. А, вот и ящики. Да. Еще даже, короче, с той стороны, это классно, даже с той такая стороны, кровать. Смотри, видишь, еще там есть полочки. А, еще там место, это да? Это очень удобно, да. Тут корзинка для ляльки, все дела. Да. Тут это всякая красота Натальина. Да, корзинка Моисея. Бабушка сказала, что Моисей. Да? Когда мы посылаем положение, правда, наверное, что она такая была, эта корзинка. Ой, там плачет. Слушай, вот эти вот духи, да, классные? Да, они хорошие. Вкусно пахнет. И как такие... они называются? Какой-то Марк Джакобс. Да. Да, и этой фирмы много духов разных. Ну, как бы этого образца, что ли. А я смотрела в моле, там снимала как раз вот эти духи всякие. Вот это они что, французские или американские? Я не знаю даже. Ну, что эти тут написано? Фирмы, как бы вот этот вот, вроде французский, вот этот Коч, вроде бы. Ну, как бы это, наверное, Коч, все равно, да, все французское в основном. Ну, там я уже когда смотрела в магазине, там и французское написано, и американское косметика, вот эти духи, ну, да, вернее. Я особо не знаю. Это... Версачи, это ж точно, наверное, французские. Версачи, да. Коч тоже. Классно. А вот эти, не знаю, такие молодежные, как-то они называются. Как кутюр. Кутюр, от кутюр. Да, что-то такое. Ну, тоже, наверное, Франция. У тебя тут целая эта коллекция. Да, я люблю духи, но мне уже мало, надо подкупить. Матрешка. Сейчас уже покончались Версачи все. Да, это кукла моя любимая, я ее себе купила. Да? А, да. Ты здесь купила? Я купила ее в Каско, да. Она недорого стоила. Это было как раз на Рождество. Там распродажа была. Я таких кукол почему-то больше не видела в таких простых магазинах. Ой, красота тут у Натальи. Так, вот это Amway, да, Artistry. Я тоже люблю вот эту косметику, вот эта серия. Это ты уже новую взяла, да? Да, очень давно, очень долго она у мне меня... хватает. Да, она иногда долго, я у меня же вот один вот с этой. Мне так тоже понравилась вот эта гавайская серия. Очень, в натуральном магазине. Но иногда даже в Амарте можно купить. И вот это вот глаза, и вот эта маска классная вся, эта косметика такая. Вот всю твою косметику я сниму. Ну, красота тут у Натальи. Обезьяне. Вот такая спальня красивая у Наташи. Тумбочки такие зеркальные. Здесь тоже у них там свадебные фотографии. Все красиво. Вон черепашка, этот светильник. Ночью включаешь, светится. Смотри, как люди это... света, видишь, делают нам. Ой, Тили, Юлька. Ой, да, плачет маленький. Ой, я кусик проснулся. Ты такой большой вырос, да? Ты такой большой. Улыбаюсь. Вот я скажу улыбаюсь, да? Я скажу не Настя. Она... Или тебе вот это нравится, фотоаппарат? Потому что я Кейдена когда снимала, он тоже, знаешь, всегда радуется на это, но на он камеру. Он все равно улыбается, когда красивых людей видит, он всегда... Да? Будет. Я красивая? Красивая? Да, смотри, давай, я доснимаю, я его возьму. Да, вот мою кухоньку еще засними. Кухня здесь. Пошила тоже шторы. Так интересно, как-то у вас вот, значит, отсюда living room, туда спальня, там ванна, да, туалет, и вот тут начинается, да, кухня. Здесь у нас кухня.
такая. Такие шторы у тебя тоже тут красивые. Это мы с мамой моей сочиняли. А, она привезла ткань оттуда, и мы уже. Привези мне желтую ткань для подсолнечного цвета. Отсвечивает. Вот. Вон вообще такие красивые эти цветочки вы там приделали. Ну, да. Сюда жалко, солнце отсвечивает не так, прям это хорошо видно. У меня-то нет таких тюлей красивых, я просто вот повесила, как и все. Да. Видишь, тебе мама тут нашила, классно. У меня тут с подсолнухами первые висели, я покупала их где-то в комнате Боти, кажется. Были они с подсолнышками такие, но мне хотелось вот что-то такое длинное, они коротенькие были. Вот еще у нас Настина здесь комната, тоже вот эта не маленькая такая, нормальная спаленька. Ух ты, ну тут у них вообще это принцесса прям. Да, только принцессия кроватка. Еще пока не спит, но уже все готово. А, да ты чего, спать, с тобой же, да, спит. Ой, ну красивая. Тоже там тебе мама, да? Ну, это уже как бы нет, это Лена нам оставила шторки. Они тут и висели в Катиной комнате. Потом они съехали, а мы въехали и опять повесили их на свое место, эти шторки. А это я купила. Мне хотелось вот этот. Это красивый такой балдахин. Канапушка такая, да. Кенопи, она называется по-английски. Кенопи? Да. И вот мы с мамой так вот его пока повесили на стену, то что все равно оно мешает. Ну, когда машина захочет там, так сказать, закрыться. Ну, играет хоть здесь. Да, она тут все время играет, все перекладывает, раскидывает. В зал переносит всю посуду. Видишь, зал. Кухня пустая. Игрушек тут куча игрушек. Пришлось специальный шкаф покупать, чтобы Настя только не игрушки все туда засунуть. Ага, ну да, чего так красиво. У нас был тоже один белый, вот так, еще в апартментах я раскладывала. Ну, короче, мы переезжали, он весь развалился. Так мы его и выкинули. И тут такое детское место у вас классное. Да, это мы ей на Рождество купили кухню. Но я говорю, посуда вся в зале, она все перенесла. Сегодня утром. Это тоже в Каско, да, со скидками? Нет, мы так вот в этом Бэби, не Бэби Арас, а Тойс Арас, да, там мы купили ей. Ну, они, видишь, как раз на праздники же все скидки идут, да, со скидками. Да. Тоже такое интересно, что там, не играет? Да, она играет. Здесь Афан, вон оно. Сейчас я поиграю хоть. Ой, он сам заиграл. Или я там выключила, или что. И пошли мы наверх с Наташей. Ну, почему? Мы будем снимать мой цвет. Ты чё? Пошли, Света, заходи. Некоторые сложности. Сюда есть все свои цветы. Ух ты, классно у вас здесь. Ну, здесь дети играют в Wii. Это тоже, да, такой, как я знаю, ливень маленький. Да, получается. Ага. Мы сюда уже этот старенький телевизорчик, и это там Башин кабинет, а здесь-то Саша комната, но она не для съемок. Ну да. Он там не перебирался. Так что, Саша, твою комнату... Чего ж ты, Саша, не убрался? Вот пока вам сейчас задание с Никитой убрать свою комнату. Потом... Да. Не сейчас? Цветы. О, у тебя, да, как уже этот разросся? Он же в апартментах не был у тебя таким большим. Был? Я уже по стене шел. Он все еще растет. Видишь, от него вот этот я еще вырастила. Вот так, привет. Вот это тоже он же, да? Еще веточка когда-то давно, ну как, большая такая. Ох, отрезалась. Какой гость. Так, ну вот это тоже у тебя живые. Вот эти живые цветы. Да. А у меня что-то пропало, это декабрист. Сюда только я чуть-чуть поставила. Потому что я забываю про них. И иногда солнце сюда приходит, они погорят. Этот тоже бедный. Я сегодня все листья у него отрезала, потому что они сохнут. Что-то ему не хватает. Ну вот смотрю, пошел здесь вот опять новенький. Этот. Не знаю, что-то его рассадителями надо. Что-то ему не нравится. Вот этот искусственный, да, у тебя? Один. Да. Я даже не заметила, что... Он заполняет пространство. Да, ты же красиво так. Да, виноград, правда, поворачивается всегда туда. Угу. Уже его не повертишь, потому что я его зацепилась, и только перецеплять все веточки заново. Угу. Надо его вообще, по идее, повернуть. Сильно туда повернуться. И тут у них везде сиденья всякие. Когда я сюда прихожу, здесь его сажу. Опять попробуйте следующую. Вот так вот, значит. Ну, здесь еще так, можно... Вот пошел, зашел, да? Да, ну ладно, потом тогда. Да. Это... Потом мы ладно, пойдемте вниз. А, хорошо.
Ну, у вас тут такая ступенька крутая. Слушай, если тут ребенок полетит... Нет, не надо, не надо. У нас есть такие забиши. Закрывать, да? Есть, они пока сняли, когда на танчик поползут. Угу. Свет, ну ой, а что это у тебя? Чуть я так играла. Это Пашин телефон звонит. Так, сейчас я вот твои эти фиалки хотела тоже заснять. Вот они, оказывается. Да, они все цвели, но уже они отцвели, конечно, все мои фиалки. Они все такие красивые были. Ну да, бордовая красивая, такая только цветет. Да, так вот. Все, пошлите кушать, садитесь. Вот у нас детки какие в очках. Профессоры, два профессора. Да. Какие-то большие ушки. Так, вот сюда, Никита, пролазь или с Сашей рядом сядешь. Стол нам тут Наташа накрыла какой. Вкусный. Там селедка у нее под шубой. Это селедка, да, или да, что ты сделала? Селедка. Селедка у нас. Саш, подай нам тут тарелочку. Я думала, ты туда залезешь. Суши. Нет, хорошо. Ой, вкуснятина. Никита, ты пьешь ананасовый сок? Это ананасы? Так, это здесь. Каман. Мне надо попробовать. На тебе. Чай. Сорта чаев тут Наталья нам наставила. Джинджер. Это что такое? Имею при себе джинджер и чай с корицей. А, да. Это же вообще. А вот это вот что такое? Лимонный. А Настенька что там спряталась, девочка? Девочка спряталась. Скажи привет. Скажи привет. А, не можешь привет сказать? А что такое? Я еще дырку несла. Что у тебя? Мне еще дырку несла. Дырка? И все. Какая дырка? Да ты что? Что ж там за дырка у тебя такая? Елка. А, клубнику. А, да, все понятно. Детский сад у Натальи тут. Аппетита вам. Спасибо. Всем будем кушать. А ты что, Никит? Накладывай. Давай, Никита, что тебе положить? Ну, ничего себе классное тут у тебя. Да. Так это вот это все твои, да, работы получаются? Да. Наталья у нас супермастер. Ну да, когда-то у меня было время этим заниматься. Фантазию свою, так сказать, пускать. И через сколько ты училась там? А, это были курсы, по-моему, месячные. Три месяца. Нет, месяц, да. Всего месяц что да. ли? И что, каждый день ты ездила? Да, наверное. Интересно, свечка. Каждый день, да, это было. Может, четыре раза в неделю, я уже забыла. Диплом у меня есть даже. Да ты красный. Ну, я работала немножко там дома у себя. Работала немножко, но потом все равно я в садик ушла работать. Это у меня что-то не пошло. Парикмахерская была новая, проходимости было мало. Я еще медленно работала. Это как бы я так и не стала по этой части. Но зато себе я сама делаю и уже могу что-то там. Ну да. Уже не трачу на маникюр. Слушай, но все равно же себе не так вот удобно. Я тоже себе пробовала. Вот так, мне кажется, кому-то ты можешь нарисовать. Это все, конечно, такое, только на одном ногте можно нарисовать. Ну, некоторые вот эти, например, очень легко делаются. Капаешь просто капельки разноцветные. Иголочка. Я тоже себе делаю. Да, да, да. Вот это легко. Ну, да, вот да, это вот тоже. Эти вот эти простые самые. Да, конечно, вот, красками держу. Вот это вообще самый легкий. Накапал и просто вот так вот перемешал все. А красиво, смотря какие цвета ты подберешь. Классно. Вот. Слушай, я не знала, надо же, за столько лет. Только сегодня узнала, что ты там, оказывается, маникюром занималась. Я до сих пор не знаю, как я вот это сделала. Я даже забыла, как это делается. Ведь это все кисточкой делается. Вот это, да? Кисточкой. Да? Да. Но это один уже на другой накладывается лак, да? И как-то кисточкой. Нет, просто лак. Это золотистый, а сверху кисточкой рисуешь, черной краской. Все это гуашевые работы. Это все гуашь, просто ты закрашиваешь сверху лаком. Классно. Тоненькие кисточки. Я вам не показываю игру свою. Опять уже закончилось. Чего, что там играешь? Так это у Никитки была или вы установили ее? Не, была, интернета была? Нет сейчас. А надо через интернет, да? Ну, чтобы открылся App Store. Настя.
Лапка бедная уснула. Кукла лежит. Как кукла прям спит. Ой, Натэнинчик ваш заплакал, плачет. Ты его как называешь? Натан. Натан? Натанчик. Натанчик. Какое имя красивое, американское. Натэниел. А еще тут у Никиты есть, знаешь, это сейчас муж он найдет. Это говорящая кошка или собака. Знаешь, такое видел? Которая повторяет. А, да. Сейчас, ну-ка, сейчас давай. Может, он меня удалил, не знаю. Но... Не, была. Никита, а у тебя... Осторожно. Никит, у тебя была вот эта игра. Какая? Собака-то говорящая. Но... И кошка. Но ведь это... Чего? Ну ведь таблет тогда же сломался. Как сломался? Ну, когда был кран перевернут был. И чё? Ну, его пришлось перегрузить. А когда перезагружаешь, то компьютер, таблет все исчезает. Исчезла? Да ты что? Я думала, она есть. Надо ж теперь как-то ее установить. Ну, жалко. Это нужно App Store. Тут же для этого App Store нужен интернет. Ну, дома ты это можешь сделать? Дома могу. А, ну хорошо, ладно, дома потом покажем.